Приветище, это таверна «Грязный пупок». И мы сегодня открываем наше элитное заведение для знати. Я уже все приготовил, поставил вазочку и цветок, свечи обязательно возле окна. Также все оградил, чтобы никто ничего им не мешал. Подавать мы будем сыр и вино. Надеюсь, что это все-таки вино. Все это стоит, давай посмотрим. Для знати, конечно, подороже, чем для обычных людей. Вино 35, сыр 35. Странно, почему красная жижа стоит ровно так же, как и сыр. Для меня это вопрос. Да, заказал еще знатной еды. Для знати это значит. Вот, сыровский, все остальное. Как бы ждем. Теперь ждем, когда к нам придут. Феи тут управляются, еды им хватает. Сейчас я еще к ним зайду. Подложить нечего уже. Порошка нету, надо закупать. А у меня всего лишь 3 монеты. Кто-то хочет жареного мяса, не вопрос, фея уже тащит. Я могу немножечко отдохнуть и отлынуть от работы. Феи управятся. По поводу письма. В комментариях мне говорили, что где-то, вот тут написано, вам стоит проверить участок за таверной. Кажется, вас обворовали. В комментариях писали, что за участком, точнее за таверной, есть участок, где лежит награбленное, куда стаскивают все воры. Я, конечно же, сейчас здесь пробегусь. Обязательно все осмотрю, посмотрю. Опа! Это что такое? Колбаса поеденная? Сыр? Книга какая-то, чтобы использовать? Дневник гоблина. Новый человек ходит тут. Я найти новое место рядом с рекой. Ага, то есть это гоблин у меня стырил колбасу, сыр, чашку с пивом. Я, кстати, искал одну чашку. Тут даже не одна чашка. Точнее, с Элем. Какое пиво, елки-палки. Книжку, в принципе, смысла нет брать. Вернее, дневник. Опа, вон там у нас что. Со шлагбаумом даже. Ты посмотри. В каком-то веке мы живем. Нет прохода. Ты похож на воришку очень. Тебя не хотят видеть в деревне после того случая с забродившим Элем. С каким забродившим Элем? Ко мне Эль никакой не заходил. Ну, в смысле, не забредал. Или ты имеешь в виду с испорченным Элем? Короче, ладно. Там меня видеть не хотят. Поплетаю, понаблюдаю здесь, на этой территории. Может, кто появится. Еще туда сейчас схожу. Пойдем. А можно вон туда еще сходить? А... В таверне у меня дзынькает, все брынькает. Ух ты, человек висит на дереве. А там костер вообще горит. Ты кто такой? Что с тобой? У тебя есть фотка кого-то? Я заберу. Фото друга отправляется ко мне на полку. Передай моему другу, чтобы возвращался домой. А кто тебя повесил? Или ты просто на спорте, ты сам тут по себе висишь? Тут, короче, оказывается, мир-то разнообразен. Не только разливай там Элли, подавай еду, а можно... Это элементаль? Огненный человек с мечом. Подошел к нему, он, смотри, как испаряется как будто, да? Дальше отхожу, вроде бы проявляется, а близко подхожу, испаряется и троеточие. Он не хочет со мной разговаривать. Меч как-то можно вытащить, наверное, отсюда, но нужно что-то сюда принести. Пока не ясно, что и как это сделать. Я уже все за таверной так обрыскал, посмотри. А, кстати, пещера. Точно, пещера. Может быть, в пещере что-то? Пойду, схожу, погляжу. Еще один... Но это не меч, это молот. Каски, черепки. Деньги. Можно свистнуть деньги. Прямо вот так вот забираем. В наглую. Мне как раз денег не хватало. Молот, к сожалению, вытащить я не могу. В чем здоровый такой? У моих выпивающих товарищей огромные руки, конечно, но не настолько. Не думаю, что они могли поднять такой молот и влепить его в огромного гоблина. Тут у нас цветочки только растут на полянке, больше ничего. И насколько далеко я могу вообще, в принципе, уйти от своей таверны? А, ну понятно, по забор. По забор так по забор. Ну все, проверено. За таверной... Единственное, где еще я не был, это вот эта вот поляночка. В ту сторону не ходил. Ну и дико хочется попасть в эту деревню. Ладно, возвращаясь домой. Сейчас посмотрю. Вот сюда еще загляну.
записку, которая там валяется. Вроде как, если я все правильно сделал, она должна, записочка эта, исчезнуть. Но это не точно. Унитаз еще надо почистить. Ну, слушай, для себя я сделал огромное открытие. Встретил несколько человек, ну, как человек. Одного человека, висящего на дерево. Другого, видимо, какого-то призрака или элементаля. Ну и в пещере деньжат нашел. Поднялся, так сказать. Прилично поднялся. Я как раз туалет почистил, месье. Заходите, там вон бабочки летают. Можете наслаждаться. Фейки мои тут Опа, дружок, что у тебя? Что случилось? Водички тебе принести? Я преодолел долгий путь и увидел вашу таверну. Я умираю от жажды. Сейчас принесу, не переживай. Сейчас все будет. Натоптали тут опять засранцы. Воды в большом количестве. Мне, кстати, наверное, тоже нужно воды для супа налить и для мойки посуды. А иначе наши феи не справятся ни с чем. Так, посуда. Для посуды тоже нужна вода. Быстренько. Черпаем. Жалко, за раз нельзя несколько ведер. Хотя я сейчас проверю, кстати. Сейчас проверим. Можно два ведра, пожалуйста? У меня две руки, и я бы... Ха-ха-ха! Скоты! Они взяли мое ведро, просто поставили. Ладно. Еще одно ведерко для супа. И дальше феи уже сами справятся. Потому что они у меня умнички. А, тут есть суп. Ну ладно, тогда пускай тут полежит. Сейчас я супец наберу. Воду залью. Еще дрова закинуть надо будет обязательно. По вот этому блюду все ок. Все нормально. Вот сюда выставляем супец. Эль кончился, надо наливать. Вот чего мне не хватает, так это то, что феи не разливают эль. Нужно научить как-то их этому ремеслу. Это крайне сложное ремесло, потому что нужно не пролить, иначе придется убирать за собой. Че по деньгам? Может, что заказать? Короче, беру на два подноса и разношу. Пожалуйста. Как вам, кстати, ножик? Вам понравился ножик? Хороший ножик, прям на середине стола лежит, чтобы что-то разрезать. Новый уровень моей таверны, 9-й. Шикарно. Так, здесь надо суп притащить. Ну, в целом, всем все разнес. Берем по супу. Супу. Странно. Кстати, у меня что-то элита сидит. А, ну феи им разносит. Как я их... Давай мы почетно их встретим. Рад вас видеть, месье. Моя бабка говорила, что король Леонард когда-то был выдающимся мечником. Но после войны он никогда больше не касался клинка. Ладно, и вам тоже скажу. Что такое? Я рад вас видеть. Культист пробрался в эльфийский погреб. Искал доказательства магии, похоже, в каждом бокале. Ну ладно, допустим. Я вам... Давайте вот... Вот, бокальчик принесу, чтобы вы наслаждались. Так, а почему этот бокал этому месье достался? Но благо этот длиннорукий достал его. Хорошо, что сыр никто не попросил. Вот сюда нужно. Так. Колбасу. О, феи, вы чё такие долгие-то? Такие долгие, прям... Прям очень долгие. Сюда. Зажарку надо. Эль, вот сюда надо. Чё-то феев мало у меня. О, на карте вопросительные знаки появились. Странно, тут кузнец есть. Надо по этим местам пройтись, короче. В письме все так же про воровство. Ничего не изменилось. Значит, я не нашел того, что искал. Сейчас, мадмазель, держите. Эль закончился, надо докупать. Кто-то еще что-то... А, вот колбасы. Мясо, обязательно мясо. Его очень много хотят. Вот. Феечки, пожалуйста. Трясите своими фейными попцами. Очень надо поскорее тут разобраться. Совсем закрыться. И спасибо, что ты поздно прилетела. Я уже все здесь зачистил. Так, вам мясо, да? А вам еще один кусок и супец. Неплохо так. Да нет, плохо я сегодня заработал. Обычно я полтыщи... Как полтыщи? 500 монет зарабатывал.
За сегодня вообще маловато. Этот ваут вообще ушел. Куда ж тебя? Пойду попробую тебя на повозку, говорили, положить. Сейчас я его здесь кину. Пускай лежит. Я заказ сделаю и на повозочку его попробую положить. Доставьте мне, пожалуйста, Эля. Иди, пошли. Я тебя посажу вот сюда. Черт, он туда не влазит. Залезь же туда. Да. Хорошо, я вот это заберу. Черт. Он же сейчас уедет. Стойте, подождите, я хочу засунуть вот этого чувака. Получилось. Да, его увозят. Ништяк. Как далеко они, интересно, уедут. А я сам сюда могу запрыгнуть? Нет. Ладно, я прокачусь с вами. О, я как-то запрыгнул сюда. Шикарно. Поехали. Он исчез и скинул балласт. Он скинул Лолику. Так, погоди. Пойдем, я закину тебя в деревню, раз такие дела. По пути буду. Опа! Прям в дерево. Пойдем. Почти дошли. Я вам тут принес одного деревенщину. Будет жить с вами. Так, я что-то его сильно раскрутил. Очень сильно. Давай, туда сможешь перелететь? Не хочешь туда перелетать. Невидимая стенка. Все, бессмысленно. Можно даже не стараться. Пойду, знаешь что, еще раз записку гоблина изучу. Но прежде надо закрыть таверну, а то меня там еще раз ограбят. Так, новый человек говорит, я найду новое место рядом с рекой. Надо реку. Где река у нас? Где река? Вон там, вон там река, смотри, вон там водопад. И мы бежим туда. Там по-любому есть река. Таверну пофиг, не буду закрывать, феи справятся, надеюсь. Вон там еще одни феи летают. Фея, иди ко мне работать за корм. Ох, елки-палки, кто это так? Это что такое-то? Я просто к речке и за яблочком зашел вообще. Жаль, их снять нельзя. Раньше здесь можно было рыбачить. Оно просто вниз ушло. Типа, не купайтесь, мне написано. Не купайте. Но я зайду ради... мне не дают туда зайти. Ну, ты видел, там две пасти таких здоровых торчало. Прямо ужасть какая-то. Ну, речкой здесь тоже не пахнет. Поэтому надо искать в другом месте. О, смотри, опять появляется. Вылазят бошки. Опаньки, две змеюки такие, да? Жутковато. Где ж тогда речка тут может быть-то? Там уже к королевству дорога ведет. О, подожди. Еще записка? Точно. Кто-то был здесь совсем недавно. Это что? Можно притащить к себе? Нифига себе. Тут карта. К королевству у дерева крест стоит. У елки какой-то, видимо, сокровище сокрыто. Туалетная бумага. Нифига себе роскошно живет тут. Че? Кирочка, лопата. Короче. Королевству есть елка. Она одна единственная где-то тут должна быть. Королевство, елка. В смысле, я не хочу крутить, я хочу это взять. Королевству и надо найти елку. Окей. Будем искать. Будем выглядывать ее. Ну, кстати, по идее, может быть, с другой стороны. О, вон там, кстати, речка, может быть. Знать идет! Знать выбралась из королевства, чтобы... Ой, по голове прилетело? Точно, по голове прилетает. Боже ж ты мой, аккуратнее, чувачки. Не бейтесь об глобус, а то совсем географических знаний не будет в вашей голове. Кто? Опа-на, ты попался! Эй, вор, отдай! Видал, сколько колбасы у меня хотел стырить? Сейчас я ему, пока я тут соберусь. На тебе. Куда он убегает? Надо проследить за ним. Ты представляешь, пока я искал его нычки, он ко мне пробрался и стырил пару, да не пару, а целую корзину колбасы. Все, что было у меня, по всей видимости, он стырил. Я возвращаюсь. Вообще мы закрываемся как бы. Ой, о, перепутал, нифига себе. Нифига себе, столбы перепутал. Мы закрылись, все. Так, глобус, давай, он будет здесь стоять, почему бы и нет, в принципе,
Что у нас там по еде? Надо посмотреть. Ничего у меня не стырили больше. По ресурсам 20, 19, 20, 10. В принципе, все ок. И вообще, я шел бокал еще убирать, но как обычно... А, тут уже все убрано. Сыр подали вам? Он взял у нее сыр и тоже похомячил. У них один сыр на двоих. Это вообще законно? Так. Видимо, это пока не ожидает венцо. Все. Жрите, элита. Какой у вас вырез. Сразу видно, что не простолюдинка. Смотри, какой у нее камень на шее огромный висит. Да и у этого тоже. Прикольно одеты. Мне бы какой-нибудь кося... А, у меня ног нет. У меня тела, в принципе, нет. Вот я смотрю, и тела нет. У меня только вот подносики в виде щитов. Значит, мясо несут. Напитки наливаем. Так как у нас закрыто, больше посетителей не намечается. Можно немножечко расслабиться и думать о кладе. Где же его могли спрятать? Под какой елкой? Последний разнос Эля, и на сегодня мы закругляемся. Изучайте глобус, познавайте мир, поскольку путешествовать вы все равно не сможете. Знать теперь ходит тут рядышком. Это просто обалдеть. Ты представляешь, на каком уровне я теперь? Раньше знать тут и не бродила. А благодаря моей таверне бродит. Так, кто-то вон еле-еле тарабанит свою корму, разнесенную Элем. Сейчас протрем. Салфеточки. Одноразовые салфеточки. Тратишься тут на них. Фух, последний кусок мяса и на сегодня... А, куска мяса-то и нету. Но мы можем пожарить, если... Печка... А, дрова. Не вопрос. Сейчас нарубасим. Зажгем печку и приготовим. Не простое, а крутое мясцо. По моему фирменному рецепту. Называется перфекто. Все. Нарезаем. Давай же. Ага. Либо можно так, смотри, бить по мясу, либо все-таки резать. Тут уж какой из тебя мясник? Как любишь, так и делаешь. Честно, я даже не знаю, лучше разрубать или резать мясо? Как аккуратнее? Отбить. Отбивную делаем. Хорошо. Все отбито. Дон. Эрон-дон-дон. Дон-дорон-рон-дон-дон-дон. Перфекто! Изумительное мясо достается нашему клиенту, который дождался. Все, кушайте. Наконец-то она выперлась с нашего заведения шикарнейшего. Так. Привезли еду. Опа. Ну что, феи, корм прибыл. Можете снова трудиться. Передых. У нас сегодня выходной. Таверна ушла на... перерасчет, как это называется-то в магазинах-то, когда закрывают магазины, там пересчитывают товар, как это, господи, из головы вылетело. Инвентаризация, вот как это называется. Все, мы закрылись на инвентаризацию. Что вот это за здание такое интересное? Пойду схожу гляну. Но это же не за таверной, это перед таверной, правильно? Опа. Кузнечик. Это же точно кузнец. Здорово, мужик. Как у тебя тут дела? Клинок какой у тебя. Заготовочки, смотри. Морковочка, огурчики. Хотя это больше на колбасочки там похоже. На сосисочки. Куешь тут слиточки, да, мечи только. Только что-то стоишь и думаешь. Дай побал. О, кует все-таки. Мои друзья ушли на Великую Гору. Или к вулкану. Можешь забрать этот стол? Я смастерил его для них. Серьезно, ты мне даешь стол? Хо, класс! Не зря я до него дошел. Благодарю тебя, кузнец. Ты очень великодушен. Жалко, в дом к тебе нельзя зайти. О, вискарек. Нет, не отдаст вискарек. Больше ничего забрать не получится, увы. Даже тазики. Даже сено. Кстати, насчет речки. Вот же речка, правильно? Вроде бы речка.
Ага. Переплыть я ее могу? Не могу. Но там есть мост. Попробую через него пройти. Надеюсь, меня пустят. Интересный небольшой островок. Я никогда не переходил этот мост. Интересно, что за ним? А-а-а. Никак. Что тут произошло? Да бандосы тут напали, скорее всего, на телегу с провизией. Вон там еще что-то есть. Больше не убежит. Как он смог столько вынести? Еще. Это тот самый? Тот самый негодяй, гоблин, который меня ограбил. Ну, меня грабили людишки. Ну, там, человек, а не гоблин. Монеты. Монеты забрал. Зашибись. Бочку забрал. Эль отправляется в инвентарь. То есть я забрал Эль, и сейчас я этого гоблина сажу за клетку. Клетка с гоблином отправляется в инвентарь. Ну и колбасу убираю за этим сраным, бесстыжим гоблином, который меня ограбил. Ну, в принципе, получается, что я его нашел. Только я вообще не видел, чтобы меня гоблины грабили. Так, инвентарь. Давай посмотрим, что у меня теперь есть. У меня есть, вот, кстати, картина, которую нам дал висящий человек. Клетка с гоблином и столы. Стол со стульями, вернее. Который нам любезно подарил кузнец. Что ж, мы очень близко к королевству подошли. Попробую сейчас подняться повыше. Сохранено. А, я думал, диалог какой-то сейчас начнется. Охраны такие там не бдят ни сном, ни духом, а я уже возле ворот короля. Но там заперто, слушай. Да и здесь и никого и нету, хотя вон что-то там. Там какое-то КПП есть. Царевское. Опа. Ничего себе. Что это такое? Пойдем поглядим. Елка, елка. Вот елка. Слушай, вот елка. Паладин? Ты похожа на паладина. Ох, черепок какой. Здравствуй. Какие у тебя голубые глаза. Это очень сильно выглядишь. Ты за Орду или за Альянс? Я... Так за Альянс вроде ко мне люди ходят в таверну. А не орки. Шлемак. Я стырил шли. Это отсылка к World of Warcraft. Нифига себе. Да, в принципе, к Warcraft. Фу, прикол. Ну ладно, шлем взял. Короче, елки... Елки. В этой области находятся. Вон там дальше тоже несколько елочек. Надо будет исследовать эту зону. Уверен, что что-нибудь там найдем. Ну что хочу сказать. На сегодня приключений и отсылок хватит. Если какие-то отсылки ты увидел еще здесь, то напиши обязательно в комментариях. Скорее всего, я просто не заметил или не обратил внимания. К сожалению, мы не нашли ту елку, под которой закопан клад. Но это даже и к лучшему. Поскольку у нас будет чем заняться в следующей серии. Поэтому, если ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы увидеться в следующем ролике. Так что, до встречи!